Так, друзья, приветствую вас. Я продолжаю проходить Киберпанк. На очереди. Надо уже, короче. Угу. Так. Не помню, когда я вообще последний раз играл, если честно. По-моему, я последний раз чуть-чуть поиграл по... Не записываю это, я просто проходя... вот эти задания, они абсолютно однотипные, типа поедь, убей, поедь, взломай компьютер, поедь, тачку пригони. Это вообще неинтересно абсолютно для ролика, это просто тратится хронометраж. Хочу я попроходить уже квесты, которые действительно будут приближать меня уже к сюжету основному все-таки поближе. А здесь что это? Тачки надо Деломейна поймать. Здесь надо квартиру Джуди добраться. Надо к капитану сгонять. Это гонки, по-моему. Так, с Панам надо встретиться. Уличное правосудие сесть, подождать Билла. Встретиться с Элизабет, проверить. Короче, куча дополнительных квестов. На самом деле, кровь и кость. Вот. Это, насколько я помню, это ринг. Киберпсихопатов почти всех убил, то есть там тоже ничего интересного абсолютно вообще. Просто я думал, там как-то будет интереснее. Ну давайте встретимся с Такэмурой. Я думал, там будет поинтереснее в плане того, что как-то какая-то история будет рассказываться, а не просто так, что... Сука, у тебя помеха справа, гнида, блядь. Ну, я тоже, конечно, езжу неделю. Вот, я думал, будет история по киберсихов интересна, а по сути просто я играю так, как на высокой сложности. По-моему, даже на... Где тут? На наивысшем уровне сложности я играю. Я думал, что будет как-то интересно, а по сути это прибегаешь туда, и там просто не всегда слабый, так скажем, соперник, который может тебя шоутнуть, так как я был недостаточно прокачанным. Я сейчас для некоторых противников на самом деле недостаточно прокачан. Блять, ну это пиздец. Ух ты, ух ты! Вы посмотрите, что за ляля. Сколько стоит? Ля. Не, ну тут надо 155 тысяч долларов. Сколько у меня есть? 231. Не, ну это берем. Так, как мне доехать? А, 950 метров недалеко, надо доехать. Такую тачку нельзя... Вот это просто дерьмо неуправляемое. Это мне, кстати, подарил фиксер, которого, который в центральной части города. Как он там, Дин или как он там называется, как его имя. Он мне подогнал за то, что я выполнил там 5 его заказов. Ну, у него 5 заказов high level, то есть там никого убивать не нужно, потому что ты приходишь в клуб, где противники обычные охранники, а у них над головой, короче, черепки. Черепки, это значит, что это хай-левельный соперник. То есть его нельзя даже сзади схватить и обезвредить бесшумно, потому что он вырывается, типа ты ему, ну, короче, ты не по уровню. Он вырывается, потому что он сильнее тебя, и ты не можешь... Урона они очень мало получают, вот, Деломейн. Где-то рядом с вами может находиться пропавший транспорт сети Деломейн. А, окей. Спасибо, буду искать. А как мне его обезвреживать, вот интересно? Нортоук. Норд Оук это Северный Дух. Они дали машину. Вот она, вот она. Это невыносимо, я так больше не могу. А как мне обезвредить? Что невыносимо? Да все. Город, пробки, толпы, это меня угнетает. Да как мне его остановить? Так вернись в тихую гавань. В гараж. Опять ехать по улице? Ну, смотрите, что он делает. Боюсь, что да. Ладно, ведите меня туда. Только дайте знать, когда я буду в безопасности. Да бля, Другалёв, подожди, давай я... Можете сесть внутрь. Сейчас я сяду. Едем не спеша. Давай, секундочку, буквально. Не врезаться. Я куплю вот этот агрегат неебейший. Все. Бля, это просто, блядь, космический корабль. Давайте посмотрим, что внутри. Так, как посмотреть? Ага. Ну так себе, если честно. Я думал, тут вообще будет. А, так он не очень быстрый. Это типа лимузинчик просто местный. У меня есть намного пизже, получается. Ладно.
Так, ну давайте Деломейна пригоним тачку. Так, ну вот, насчет того, что я рассказывал, там черепки над головой. Погибнем. Мы не погибнем, нормально, все будет, мы с ней очкуем. Блядь. Он что, тоже сидит? А, там не сидит чел. Или мне показалось, или это баг. Короче, вот, насчет черепков. Просто там убивать даже никого не вариант было, учитывая какая... Ну, у меня неплохая, так скажем, стадия прокачки. Хватит. Мне надо перевести дух. Ты че угораешь, блядь? А, да твою ж мать! Нет, здесь нельзя оставаться. Пиздец. Поехали дальше. На низкой скорости, а как я могу скорость регулировать? Ехать-то 1-2 километра, это пиздец. Слишком быстро. Так. Вот. Ну, учитывая, какая у меня прокачка, да, то есть у меня там нормально вкачан так... У меня все легендарные навыки, у меня там шмотки на ускорение восстановления скриптов, там, то есть урон, который я наношу, он хороший. Если это моего уровня или хотя бы, ну там... Супер, просто супер. Да, блять, вы заебали, ну. Дайте мне доехать. Нет, здесь нельзя оставаться. Это что, Криштиану Роналду, блять, киберпанковый? Похож. Вот, получается, даже мои скрипты, которые обычно ваншотали соперников, да, то есть, или там я самоубийство делал, скрипт самоубийства кидал, да, то есть они в основном шотались, очевидно, потому что, блядь, ну это самоубийство, должен шотаться противник. Они не шотались, то есть там оставалось где-то 1/3 хп, и когда я хотел их добивать, они меня сносили просто моментально, то есть... Так как у меня, ну, нету там живучести особой, брони. У меня есть, конечно, перк, который не позволяет мне умереть там с одной пульки, грубо говоря. Но это все равно ни о чем. Вот. И все-таки есть. То есть пока, наверное, я не вкачаю 50-й левел максимальный, да? Будут те противники в этой игре еще, которые будут мне, так сказать, ну, не то, что там не по зубам, но даже, скорее всего, не по зубам, потому что. С ними очень... Наконец-то. Здесь я буду среди себе подобных. Ну, нормально ж доехали. Это было ужасно. Но все равно спасибо. Да ты, я профи, блядь. Ну, выйти. Все. Police Station. Искренне благодарю за помощь, Ви. Я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Ебать, 1600? Вы что, блядь, угораете? Это что такое, блядь? Тут выглядит, как будто какая-то банда будет. Погоди. Так, давайте, в любом случае надо, короче, на мягких лапах вот. Встретиться с Такэмурой. Давайте посмотрим. Так, здесь точка есть поближе. Блять, я не понимаю, почему вот эта карта быстрого перемещения постоянно лагает. Меня это сейчас немножко накаляет. Ну, я думаю, к уровню 40, там, 40, там, 40 плюс или, может, 45, я уже буду вообще выносить любых противников, даже если они будут 50 уровня. Я не думаю, что вот эта разница в 5 уровней будет очень сильно играть какую-то прям такую существенную роль, что вот со скриптов я там им толком урона даже наносить не буду. А пока что такая, ну, херня присутствует. Я себе куда я залез. Ладно. Пока что такая херня присутствует, когда, то есть, я обычный там с противником херачу по 5000 критами, а тут просто убегает чел, который меня с какой-нибудь катаны просто порубил на мясо и все. Настоящий взрыв вкуса. 19, наверное, этаж. Вот, то есть пистолет, пистолет у меня только ради чего? Потому что здесь есть глушитель, он увеличивает урон при скрытной атаке, да? У меня здесь стоят модули, вот. Создать пока я ничего не могу, потому что инженера я не вкачивал, очевидно. Улучшить пока... Ну, кстати, вот могу улучшить. Кстати, вот револьвер, который у меня... Можно улучшить.
Так, по-другому-то все, я больше... То, что я ношу, я пока не могу улучшить. Вот. Значит, со снаряжением, что у меня стоит нож, иногда я беру катану. Просто с ножом мне визуально нравится. Плюс я его поставил перк, который позволяет кидать этот нож. Вот. Так, вот это 883, это 3.35 атаки в секунду. Вот это 2.57, вот это лучше катана. То есть вот это катана топ. Эти ножи вообще можно разобрать, в принципе, нахер мне эти. У меня легендарные ножи есть. Этот у меня пистолет просто ради того, когда у меня завязался какой-то бой, и не вариант там подбегать к каким-то мощным соперникам. Вот, что... Кстати, куртку какую-то нашел, но у меня восстановление скрипта дает. Но опять же, у меня скрипты так восстанавливаются моментально, поэтому смысла вообще нету никакого. По кибердеке у меня стоит сейчас тетратроник волновод. Все у меня скрипты есть. Все это все четко, все классно. По параметрам вот так. То есть вероятность критического попадания маленькая, на самом деле. Ее разгонять прям нормально надо. Вот, ну, даже учитывая, что 19% крит, все равно неплохо криты летят. Ну, не знаю, как это работает, конечно. Я не понимаю, неужели Росаки перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте, ситуация в городе накаляется. Я прошу прощения. А, ты как раз вовремя. Ну, что мы здесь делаем? Ты скоро увидишь. Давай. Мне удалось собрать дополнительные сведения. Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру-сама? Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Только я все равно не вижу, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Этим маршрутом пролетят платформы Даши. Если мне удастся попасть на платформу Ханако-сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно. И как вы хотите это устроить? Пока ты занимался своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте, в промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну всего внутрь. Лишь. Это можно сделать тысячи разных способов. Мне нужны... Я знаю, что тебе нужно. Все уже готово. У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить, но продавец клялся, что она сработает. Где вы купили эту щепку? На той стороне. В Кабуке? Может, и правда попался хороший софт. А даже если и нет, я придумаю, как это исправить. Я на это надеюсь. Нормально такой у него воротник, блядь. Ну, идем дальше. Ну, проблемы с горлом. Он широкий, но получить телепортировался через человека. Это еще не все. Меня беспокоит охрана, особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Угу. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. Окей, без проблем. Совсем без проблем. Это ведь большой риск. Я уже как-то успел привыкнуть к большим рискам. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Давай. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пиво? Я никогда... Не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело. Конечно, блядь. Угу. Надо умом. А чего тут получается? Телевизор.
А силы у меня нет. Что я могу сделать с этим? Что мне поделать с этой бедой? Это что такое? Пластинка. Ты норма, как я должен это открыть, другалечек? Ну хорошо, вот я обхожу. Ага. Ага, что поменялось? Нихуя. С другой стороны. Короче, понятно, что ничего не понятно. А вот тут можно зайти? Нет, закрыто. Прикольненько. Прикольненько. А как я должен, блядь, попасть? Чувак вообще, блядь, просто забетонировался. У нас мало времени. Да ты, блядь, серьезно? Решетка. Умом все-таки получается. Так, свежие брейн-дансы. Короче, понятно. Карты мне не надо. А, так тут никого нет. Пиздец, а что сложного? Можно, конечно, было поставить кимбер-импланты на руки гориллы. Они дают силу, потому что... Ладно, здесь не буду ничего больше брать. А. Выбираться тем же способом, да? Ну? Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Когда потом, блядь? Че, мы идем суши уебать? Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать и якитори. Что угодно, только не местную кухню. Заходите завтра. Че, перемотать нельзя? Опа. Кто бы мог подумать, что этот арасачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Может, пристрелим, может, нет. Посмотрим. Рад, что ты меня понимаешь. Только смотри, нашему песику тоже могла прийти в голову такая мысль. Логично, вот это надо всегда держать в голове. Это что такое? Якитори. Смотри, я составил план. Ты чё побелел-то, блядь? Раз. Мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханака-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханаку-сама. Еще пять. Ода нас обнуляет и ссыт на наши трупы. Он же явно будет круги нарезать вокруг Ханака. Ода не осмелится поднять на меня руку. А на меня? Вот это не гарантирует. Это уже другое дело. Я советую держаться от него подальше. Ого. Это такой хитрый ритуал сэппуку? Что? Почему? Вы явно хотите, чтобы нас всех убили. Только не понимаю, почему. Я знаю, что мы сильно рискуем. Но у нас нет выбора. Вся наша надежда на Ханаку-сама. Нам обоим уже нечего терять. Это видно по твоим глазам. Да что ты говоришь? Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Че за... Мне все равно дел по горло. Займитесь этим сами. Я так и сделаю. Повар! Сделай погромче! Как вот это перемотать? Не хочу я слушать телек, блядь. Арасак. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Арасака-сама был строгим и сильным человеком.
сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой... Из-за Юринобу. Когда Юринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Угу. Ты понимаешь? Ханако-сама спасла Юринобу от наказания за его проступки. Скоро спасать его станет некому, если только Ханако поверит нашей версии событий. Может, и совесть проснется. Вдруг у дочки Сабуры она есть. Ты забегаешь вперед. Я пойду на разведку. Я понял. Так. Потерянный рай. Добраться до часовни. Это что такое? Окей, опять теперь мы знаем за всеми этими людьми, за шаг вперед, но надо как-то добраться до этого шага назад. Хорошее, что у тебя есть человек без лица, можете искать без приключения мягких лап. Подождать, пока Такамура закончит разведку на следующий день. Так, ну хорошо, а если я спущусь? А если я спущусь и просто подожду один день, сейчас просто прокручу время, то он что-то сходит на разведку, нет? Просто хочется как-то, чтобы повествование было все как-то по порядочку, все в одном, а не вот это. Давайте так сделаем. Так, как там делается? Вот подождать и вот 24 часа. У меня, конечно, есть мод, который делает ожидание в реальном времени. Ну почему-то. Ага. То есть меня выебал. Чип. Закончить разведку на следующий день. Хорошо, еще раз ждем. Если это не работает, то это хуйня полная. Придется выполнять другой квест. Странная, конечно, система. Но, видимо, надо локацию, да. Надо локацию менять. Давайте потерянный рай. Так. Находится это все сюда далеко. Проще будет вот. Блять. Добраться до... А. Вот оно. А. Я понял. Понял, принял, обработал. Потерпела крушение Аби Кантао. Да. Мы тут руку приложили. А, ну теперь на этот рынок можно топофиться, получается, сразу. Удобненько. Так. Блять, как меня бесит этот пролаг, пиздец. Ебать, другой конец карты. А, прям здесь, часовня. Нормалек. Прям вообще хорошо. Вот сейчас, скорее всего, я приду в часовню, сейчас прилечу, да? Типа там какое-то время пройдет в игре. Плюс то, что я сейчас ждал двое суток, по сути, там. Ну, скорее всего, локация поменяется, и мне тут же Такамуру позвонят, как назло, блять. Ну, проникнуть на территорию... А, Деламейн. Внимание! Где-то в этом месте был потерян контакт с транспортом. Угу. Хорошо, буду искать. Опа. Деламейн. Не понял. Нихуя себе. Рейд пати? Тут мунисила те коне, Мишель. Ты иди. Мы тебя ждали. Как ты узнал, кто я? Неужели по прическе? Мы пасли тебя с тех пор, как ты пришел в Пасифику. Боялись, что я тут потеряюсь. У Кадиза. Это ты заказчик? Мне наконец расскажут, что надо делать? Я просто посредник. Ты узнаешь все. Скоро. Интересно, вы ведете дела у себя в Пасифике. Никаких деталей, никаких имен, никто ничего не знает. Мы знаем твое имя. Этого достаточно. Мне нужна Брижит. Она где-то здесь? Нет. Иди в торговый центр у перекрестка. Там внутри будет мясная лавка. Найди Пласида. Он тебе все расскажет. Пласид.
Лосит, это как будто просит его зовут, но ты Р не выговариваешь, такой просит. Лосит. Животные конченые. Как мне нравится этот двойной прыжок, это просто вообще что-то с чем-то. Ебать, а чё я разбился с такой высоты, типа? Ну смешно же, блядь. Охранная турель. Ля куту сюда. Мне нужен Пласид. Это Яна. Пласид. Yes, Пласид, hello. Гарри Ситла. Камера меня уже просканировала. Пласид, Галила. Опа. Все хуже и хуже становится. Ты Пласид? Я к вашему главному. Это, скорее всего, вот этот. Ух, нихуя себе тут. Кесауля. Кесауля. Продажа птицы незаконна? Нихуя себе. В часовне сказали с тобой встретиться. Я от мистера Хенса. Он сказал, у вас есть работа. Нихуя себе. Мы здесь. Пойдем. Типа тут... Опа. Спиздим, конечно, нихуя себе. Тем более, это культовый предмет был, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Да, редкий культовый. Куда мы идем? Что за пролак, ебать? Сюда. Ебать пролак. Вот это пасифика. Нормально. Ты знаешь пасифику? Конечно, нет. Знаю. Вы не то, чтобы расстилаете ковровую дорожку для всех желающих. Этот район строился, чтобы пиджаки тратили здесь деньги. Замкнутый круг. Корпораты кормят курицу. Она несет звонкие Эдди. На Эдди покупают больше куриц. Ебать, там просто высотку отстреляли, смотрите. Охуеть. Нас интересует ГИМ. Grand Imperial Mall. Самый большой и уродливый храм жадности в Пасифике. Недостроенный. А, вон он. На прошлой неделе он был заброшен. Стоял пустой. А сейчас? Туда забрались животные. Устроили логово. О, там рейп этот есть. Нетранер продавец. Нетранер это по моей части, кстати. Я же играю билдом нетранером. Вуду босс. А у меня специально к нетранер еще привел. Это мессаже ту. Нам полно будет и помощь. Пошли, уже не далеко. Ну и что сегодня? Так, что у нее есть там? Так у нее ничего нет, да, получается. Бля, вот эту хуйню вообще можно все попродавать. Мне, ну зачем? Ты это... Нечаянно, наверное, собрал. Так, это я не буду продавать. Так, кто-то я не нашел. Это тоже... Смысл мне не легендарки вообще собирать. Больше нету смысла. Просто мешается. Ваш удел. Беда, Эмили. Не поближе. Че, давай, может, как-то побыстрее, другалек. Ну ты пиздец долгий вообще. В серии хожу за вами, но... Кто за такой мурой? Раньше имел дело с животными. Да. Пару раз. Вы хотите, чтобы животные ушли из ГИМа? Поэтому я здесь. Скоро сам все узнаешь. Какой ты загадочный пиздец. Вообще-то им нет смысла там сидеть.
самом центре Пасифики, без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Угу. Может, вас пытаются обмануть, спровоцировать на глупость? Они оттуда не выходят. Сколько примерно их там? 30, может больше. Винина, нам сюда. Ты сиди. Как насчет Брижит? Потом. Сначала заказ. Что не так? Сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать. Ты взял заказ. Делай, что я скажу. Так что давай, подключайся. А то что? Позовешь следующего желающего? Ви, последний рывок, финишная прямая, прекрати! Ладно. Не нравится мне все это. Сейчас какой-то вирус. Но хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. Что-то мне подсказывает, друзьями мы не станем. Нет искры. Как-нибудь переживу. Эвелин Паркер. Знаешь такую? Она не из нас. Как-то работала на вас. А чё вы своих в гим не пошлёте? Не наш метод. Медтек? И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Он меня сканирует или чё? Не понимаю. Виктор, твой хромовый шаман? Ты что, знаком с ним? Мне это не нужно. Железо дрянь. Поменяй его. О, ты тоже в Рипперы записался? Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? У меня лучшее железо стоит, охуенно. Я тебя проверяю. Надо знать. Этот чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? Неважно. Он все равно поврежден. Как? Я получил пулю, чип перестал работать. Вот как. Какая у меня конечная цель? Комьюнит. А мне что, типа... 20:35:07. 3 секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда комьюнит приехал. Навороченный фургон. У качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Что бы там ни было, это Расид. Важно. Патман Келли Абдисон Окой. Феме Потля. Сделаем перерыв. Там нужна твоя помощь. Они справятся. Ты молчи. Животные тут ни при чем. Они просто охранники, их наняли. Кто-то с полным фургоном нетренерских приблуд. И мне надо узнать, кто это? Угу. Начни с комьюнит. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я подключил тебя к резу Агве нашей сети. Что? Ебать, он страшный. Зачем? Слева, сверху. Вот. Через Агве я буду слышать то, что ты слышишь, и видеть то, что ты видишь. Я проведу тебя через гим. И еще один голос в башке. То, что Рипер прописал. В натуре уже втроем, блядь. Следить за мной будешь? Вот оно. Доверие. Ладно. Что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. Ну ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Сокти в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Мне вот симпатизирует он мы тем... Мы закончили. Кстати, давно хотел спросить. Сейчас. Почему вудуисты? Вы же не верите в вуду. Спроси тех, кто нас так зовет. Значит, вы зовете себя по-другому? Мне нравится тем... Ага, но ты мне что не он, скажешь, ну, как. Ну что ж, он не пиздит, ясно. Короче, он просто ничего четко по делу. Да, нет, тебе надо сделать то-то-то, все съебал отсюда, типа вот. Мне вот это нравится. Так, что, в подвал, номера? Ну, наверное, подвал. Вот, и... Ты? Я. Слушаю. Что? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Да. Угу. Вроде да. Свои пацаны.
Встретиться с людьми Пласида, значит, 500 метров. Добраться проще будет на машине все-таки, чем пешком. Там своим пешком, да? А почему я не могу двойной прыжок здесь сделать? Прикол. А в чем прикол? Нельзя двойной прыжок делать. What the fuck is this? А тут можно. Так, ладно, короче. Так, я купил вот тачку, вот эту, Венера, но Калибурн. Это что-то с чем-то. Вудуист. Сейчас я их не буду бить, мы же типа на них работаем. Connection status active voice call placid. А, ну типа, он все это время в онлайне со мной получается. Ну, погнали. Это что-то уже поинтереснее. Ебать. Ну да, тут тачка не подходящая для этого. Но она едет просто. Тормоза у нее просто лютейшие, блядь. Это мои люди. Поговори с ними. Окей. Ты Ви? Где вход? Мне сказали, вы знаете. Да, в гараже. Сзади. Только тихо, ладно? Что-нибудь интересное происходило? Нет, пока мы здесь, все тихо. Кто входил, выходил? Ну, они выбрались за едой один раз. Так. Погнали. А, ну вот, скрипт работает. У меня просто моды стоят, которые, типа, там, видите, он осматривает оружие, как в первый раз. Прикольно. Почему-то на нож не сработаешь. А, вот. Любуюсь видами, блядь. Так. Тут никого нету вроде, да? Сломанный автомобиль, запрос. Ага, вот чел есть. Так. Войти в мол. А, ну я могу войти, по идее. Так, а чё, давайте просто выключим глаза, ну. Опа. А, чёрт! Так, давайте запрос ебанём. И еще раз перегрузку, наверное, да? Или что, смысла нет? Так. Давайте запрос. Вот протокол взломаем. Ух ты, ебать. А, тут турель, камера, оптика. Вызывает мой санит. Так, 55, Е9. Так, 1C55 BD7. Угу. Так, ну теперь всем вырубаем глаза. Оп, оп. Какого хрена? А чего не вырубились глаза? Так, я не понял. Кибертека. Смотрим. Так, ускоряет затраты, позволяет идеальным скриптам. Так. Дает доступ к демону. Так, а мне здесь стоит пассивный эффект, заставляет врагов действовать. На которых уже здесь стрелять, если даже противник. Так, звуковой шок. Да нет, все то же самое у меня стоит. Да чего они? Блять. Так, этим вырубили. У этих тоже вырублено все. А, ну все, я пробрался. Так. Я внутри. Вижу. Проверяй камьюнет. Ладно. Так, ну тут очевидно надо вот так сделать. Ой, блядь. А там чел был, по-моему. Да.
Так, давайте запросик ебанем. А чё меня глючит так? Что это было? Ничего. Наш нетронар хотел в тебя вселиться. А ты охуел вообще. Я поставил тебе хороший лед. Должно хватить. То есть он знает, что я тут? Вероятно, что да. Давайте подключимся. Конечно, учитывая, что там требуется 5 этих знаний, то это хуйня будет полная. Так, 1С, 1С. Ту-ту-ту-ту-ту. Так. Так. Вот так. Ничего мне это не дало, да? Так, это только силу откроет. Так, еще раз запрос дадим. Так, спиздим курточки. Ух ты, блядь. Гляди, ты всегда можешь сделать вот так. С новой моделью так не прокатит. У этого датчик движения. Он реагирует только на действия. В новых моделях симуляторы пишут память. У меня что-то с головой? А? А? Так. Так, у них все еще перегруз. Перегруз. Бля! Бывает, сейчас другой летчик. Тут что, кто-то есть, нет? Ага. Понял, принял, обработал. У меня что-то с головой? Видимо, да. Давайте его обезвредим, короче, сразу. 420 опыта дают, нихера себе. А чё так много опыта дают за них? Они какие-то чё, жесткие? Ух ты, смотрите, что нам дают тут. Оп. Так. Давайте его перегруз. Раз, два, три. Отлично. Охранная турель. Включить, выключить. Понятно. Запросик можно. Вот этому мы. Глазки перезагрузим сейчас. Я вижу фургон. Так, я у фургона. Нетранера тут нет. Хочу вкачать. Я вижу, что ты видишь. Молчи. Там, сука, такое? Так, подключайся к фургону. Хочу в качалку, говорит, типа, я слышал, блядь. Так у них скоро выключится. Ты это видишь, скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они ищут Агве. Кто эти они? Дозор. Они ведут на нас охоту. Ладно, в чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти. Смотри на карту. Он в кинотеатре. Уходи! Это не твоя война! Нихуя себе. Да. Что? Пласид, что? Он нас отрезал, отбросил. Он знает, что ты здесь. Найди его. Ты не можешь через сеть его сжечь. Он же подключен к фургону. Не могу пробить защиту. Поэтому тебе надо добраться до него самого. Так, а что делать, когда я его найду? Я скажу. Агент хочет тебя отрезать. Животные скоро будут здесь. Забери в шахту лифта. Выйди в фойе с левой стороны. Какого хрена? Так тебе.
тебя не заметит. Ну, как бы 15 тысяч баксов, ебать. Давайте. Так. Как оно меня видит? Че, угораете, блядь? Я так-то оптику перезагрузил, блядь. Так, ну давайте взломаем ее. Так, 7А55, 7А. Угу. Так, 7А, 55, 7А, 11. Блять. Так, 55, 11. Так, взломали ее. Так, у нее минус... А, это мне показывает, да, устойчивость у нее. К замыканию. Перегрузка оптики. Так она меня все равно видит, получается. Смелей! Нападай! Ай! Блять! Ладно. Нахури животные. Поймала! Ебать, там баба жесткая. Че она делает мне? Че, спляшем? Моти. Ласит, в чем дело? К тебе ломится агент. Я им займусь, не отвлекайся. Сука. Теперь дозорный. Нахуй. Ебать, она жесткая, нахуй. А я еще и с ножичку, блять, хотел. Нихуя себе. Меня чуть не отпиздошили. Вот про это я и говорил, что тут как бы нетранерская вот эта шляпа не работает. Эй, тише, тише. Это чё? Что ж, теперь он нам не помешает. Я оборвал связь с остальной Пасификой. Выиграл немного времени. Сначала ты хотел меня обнулить. А теперь поговорить решил. Ну, какое обнулить? Просто отпугнуть. Но я тебя недооценил. Все, давай перейдем сразу к делу. Говори, кто ты такой. Брайс Мосли, особый агент дозора. Поговорим? У тебя был пассажир, да? Он все видел и слышал, отдавал тебе приказы. Не знаю, сколько вудуисты тебе платят, но наш кошелек толще. Прости, с корпами не работаю. Прекрати, все работают. Скорее всего, ты тоже. Я мог бы доказать это прямо сейчас, но будет жаль обрывать такой интересный разговор. Не интересует. Деньги тут ни при чем. Мне нужна мама Брижит, главная вудуистка. Брижит и ее прихвостень Тинептун заморожены еще с тех пор, как мы установили вокруг их сети лед. А тебя, если я правильно понимаю, отправили их освобождать. Знаешь, почему тебе этого не сказали? Потому что ты враньон. Так они называют чужаков, которых нанимают. Половые тряпки. Когда заканчиваешь работу, тебя убирают.
судьба всех раньонов. Ты блефуешь. Прижали к стенке, вот и ищешь, как бы увернуться от пули. Не вижу причин, почему мы оба не можем выйти отсюда живыми. О, мне же добра желаешь. Альтруизм теперь часть стратегии дозора. Можешь нас презирать, но с нами работать лучше, чем с вудуистами. Может, ты освободишь Брижит, но если ты умрешь, поболтать с ней все равно не получится. Брижит у вас? Как вы ее поймали? Мы знали, что вудуисты пошлют нетранеров, когда мы займем мол. Ти-Нептун прорвался первым, хотел все разведать. Когда его заморозили, Брижит нырнула следом. Пыталась использовать его как живой щит. Доставила проблем, но в итоге тоже попалась. О чем мы вообще говорим? Я больше верю вудуистам, чем вам. Ну да, в твоих кругах мы не особо популярны. Но как только у вас появляются настоящие проблемы, вы всегда зовете дозор, а не этих хакеров из Пасифики, правильно? Вудуисты лучше разбираются в секретных технологиях. Так что нет, с моими проблемами лучше позвать их. Логично, конечно, но ты ошибаешься. Дело в том, что они не придут на помощь. Потому что если ты сам родом не из Пасифики, ты для них ничто, пустое место. Слышь, у тебя есть доказательства, что вудуисты хотят меня кинуть? В смысле хотят? Они уже кинули. Тебе через личный порт с пассажиром загнали вирус. Ты посмотри, гладко стелет, скотина. Обрабатывает тебя в открытую. Я проверял. В системе чисто. Да? Тогда проверь еще раз. Проведи диагностику. Ладно. Так. Все окей, никаких следов. Сделай еще раз и сравни с последним результатом. Интересно. 98,7. Идентичны, да? Угу. Это не настоящий скан, это копия. Что у вас с вудуистами? Знаешь, сколько атак из-за черного заслона мы отбили в прошлом году? Я должен угадать? Не знаешь. И никто в Найт-Сити не знает, кроме нас. И знать не хочет. Людям кажется, что это несокрушимая стена, универсальная защита, которая будет держаться до конца времен. А на самом деле, это старый мусорный мешок, который кое-как натянули на разбитое окно. Да еще и вудуисты постоянно протыкают в нем дырки. Ага, а зачем вы собираете данные на нетранеров из Пасифики? Такая работа. Вам нужна Реза Агве. Независимая сеть, которую вам не разрешают охранять и защищать, да? Не бывает независимых сетей. Если вудуисты пробьют черный заслон, плохо будет всем, так или иначе. Ладно. Что ты предлагаешь? Разумный компромисс. Я выловлю вирус вудуистов из твоей системы, а потом освобожу Брижит и Ти-Нептуна. Они проснутся, как ни в чем не бывало, даже и не вспомнят. А ты просто меня отпустишь. С данными, конечно. Ну что, решай быстрее. Джонни, блядь, подскажи, что делать, я что-то хуй знает. А ты корпорат, ты меня наебываешь 100%. Все-таки пойду по плану. Корпоратам верить нельзя. И вудуистам тоже, в принципе, но корпоратам нельзя верить больше. Ебать, он поджарился, что ли? Эй, Ви, ты жив? Что случилось? Сетевик был прав. Вудуисты тебя кинули. Ну, пиздец. Как только ты дал им доступ к сети дозора,
Они сожгли всех агентов. И тебя. А почему у меня мозги не испарились? Не знаю. Видимо, испаряться нечему. Думаешь, Бриджит спасли? Скорее всего. Благодаря тебе, я бы сказал. А, ну да, зря, что лигудуисты сделали из тебя дрон-камикадзе. Кто рискнет взять заказ у нас, ужасных вудуистов? Пласид думал, что ты обычная подзаборная шваль, которую и искать-то никто не будет. Намекаешь, Джонни, что не только Пласид. Но ты как-то так сейчас и выглядишь. Наверное, просто тяжелый день. Наверное, да. Спасибо, блядь. Пора поговорить по душам с нашим приятелем Пласидом. Езжай в Бати. Пизда ему нахуй, блядь. Надеюсь, их главный амбал любит сюрпризы. Сука, блядь. Вот впервые я не поверил, блядь. Ну как, не впервые, а в смысле... Что у него тут есть? Сообщение. Эвелин Паркер. Оу, щит. Ну теперь придется заебашить этих говнарей. А, мне еще и покинуть это ведь надо. Бля, нихуя тут амбала, вот эта баба была, это конечно вообще. Кто-то с чем-то баба. Баба-бык. И сочетание вагамон ки пуалга. Твою мать! И вива! Живой типа, блять. Хочешь поговорить с Пласидом? Ты же этого хочешь? А то я могу отвезти. Поехали. Поехали. Гладкой. Поехали, другой летчик. Поехали. Попиздим с вашим, блять, мудаком. Как ты выжил? Ты меня подставил! Заслуженно, заслуженно, даже не подходи. Что ты сказал, блядь? Китену! Мы у тебя! Да, и я видела его сканы. Он не ранью. Воепепнуамба. Здесь стало опасно. Иди отсюда, пока я тебе, блядь, мозги не вскрыл. Ты отослала Пласида только ради меня? Не хочу, чтобы он тебе навредил. Это нельзя допустить. Получается, ты знаешь про биочип. Да, и мы должны его проверить. Да сейчас, блядь. Хотя, может, она только и может мне помочь. Много узнала из моих сканов? Уж точно больше, чем Пласид. Ты узнала биочип, потому что сама искала его раньше. Нужна проверка. Ты выжил, значит, удар принял конструкт. Вы о нем не думали, когда пытались меня убить? Я бы никогда не подставила чип под удар. Если он в хорошем состоянии, мы дадим за него хорошую цену. Даже доплатим за моральный ущерб. Биочип не продается. И силой вы его не отберете. Он был в херовом состоянии еще до того, как я попал в ГИМ. Он не работает? Все не так плохо. Просто никто не знает, как его вытащить из моей головы, чтобы я не сдох. Вам надо было, чтобы я его выкрал. Значит, у вас могут быть идеи, как мне помочь. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашел? Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в крипте. Нужен доступ к биочипу. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Я вроде бы и так достаточно для вас сделал. Другого способа нет. Чтобы достать биочип, надо его осмотреть. Иначе вы ничего не получите, если облажаетесь. Я дала слово. Мы тебе поможем. Я не настолько отчаялся. Разве ты не надеешься на нас? Может, есть варианты, про которые я еще не знаю? Надеюсь, ты вернешься до того, как время выйдет. Я
Где эта, блядь, горилла ебаная? Ладно, я дам тебе доступ. Финальмон, иди за мной. Что-то, мне кажется, хуёво это все пахнет. Надо же, вы так любите это место. Хотя, если честно, со стороны вы не похожи на набожных. Богов мы оставили на Гаити, теперь мы справляемся без них. Блин, а что бы было, если бы я сейчас агента бы оставил живых? Вот интересно просто. А как так вышло, что Пласид не знает о биочипе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеки. Пласид не знал, он... Йонбетиба. Придется что, второй раз перепроходить Киберпанк, чтобы выбирать иные слова в диалоге. Хотя, наверное, он и так бы как-нибудь умер, этот агент. Скоро увидишь. Хотя хуй знает. Доверился, блядь, не тем, но как обычно. Вроде чуйка не подводит, а тут пиздец. Дозорный не заметил, что у тебя биочип. Странно. Я не дал ему времени. Это осложнило бы работу. Ебать, мы куда пришли? Это вообще что такое? Это бывший туннель метро? Нет, часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Угу. Вью э куран. Хуя себе, тут метро, блядь, в натуре. Бон. Мы ведем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с конструктом. У вас что, есть своя версия синтеховского интерфейса? У нас есть своя версия для всего. Мы ничего не берем из города. Так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт. Чип, который хранила Арасака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышал о ней. Да? Где? От кого? А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть энграммы Сильверхенда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. Эй, ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон? Только что сказала. Давай. Коннекция стаб. О нет, только не ванна. Мы должны подготовить тебя к прыжку в сеть. Ты не привык к таким перегрузкам. Не выпендривайся, Ви, делай, что она говорит. Я не хочу, чтобы меня замкнуло. Ну давай. Можем работать. Кимун Бидай Путежели. Леон авек Жан-Филик. Ебать, чё мутит. Что теперь? Джонни. И Пари. Пари плонжи. А, они типа со мной? Эти нетрайнеры, да, будем? Реально, матрица сразу вспоминаем. Походу, так и есть просто. На основе всего этого воображалого. Где мы? Это наша борда, цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. Ладно, что теперь? Можно начинать. Все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные об Альт. Только о ней. Это займет всего... Лежит.
типа меня как брейданс просматривают. Ну, получается, не меня, а чип, который в башке, что ли. Вот эти строчки. Что происходит? Это рок-концерт, очевидно. Есть такое. Это не твоя личная группа. Смотри, ты сюда. Тут не один. Но идеи-то только у меня есть. Сюда. Так что если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись. Блять. Это из-за концерта или Керри? А? Ты же говорила, что не придешь. Не собираешься. Я передумала, милый. Посмотри на себя. Аж вспотел от злости. Нихуя себе там, блядская дорожка. Блять, ну могли бы нарисовать коньяк хоть посимпатичнее. Чё за, блядь, хуйню она на себя вылила? Блять, меня не забанят на ютубе за эту хуйню? Я же говорю, блядская дорожка. Это было классно. Да. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Тебе обязательно надо все запарывать, а? Каждый, сука, кайфовый момент испортишь. Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь, подруга. Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция. Как и этот концерт, как и ваш самурай. Это фальшивка, обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаки. А ебать, я в штанах не понятно. Пойду. Понятно. Ты типа видишь меня насквозь. Блять, точно забанят за эту хуйню. Ты знаешь, о чем я. За эту пилотессу. Но перед собой тоже притворяешься. Это у тебя офигенно выходит, притворяться. На сегодня я уже наебался под завязку. Так что можешь выметаться. Знаешь, мне казалось... Так что просто заткнись, пожалуйста, Альт. Помолчи хоть раз, окей? Неужели так трудно? Ты безнадежен. Ты нихера обо мне не знаешь. И нас ничего не связывает. Пожалуй, кроме секса. Ебать, гамадрилы были. Все видели? Эй, ты куда?
меня встреча. Силверхед! Эй! Давай я тебя провожу. Выступил. Что, спиды кончились? Завтра снова играем. Ну что, может, зайдешь? То есть ты еще не понял? Пойдем отсюда. Они типа доебутся сейчас. Выйди с нами по капельке, Сильвер Рокер. В другой раз, Чумба. А если другого раза не будет? Конечно. А? Джонни! Нет! Джонни! О, нихуя себе. Нет! Типа он так умер, но нет же, он же умер от этого. Нет! Уйдите от меня! А, они ее убьют сейчас или что? Ну, блядь, меня двумя так-то мечами проткнули, нихуя себе в спину. А, они ее просто похищают, получается. Ебать, нихуя себе. Вот это я не ожидал, конечно. Настоящая рокерская звезда. Вот если ему еще и 27 лет, а он же 27 лет любит умирать. Так-то. Нихуя себе. Это что, кто-то из Матрицы? Нео, Морфеус, кто это? В очочках таких моднявых. Опа. Рипер, наверное. Ну давай. Милый. Подъем. Сколько лет, сколько зим. Сколько... Недели две прошло, как я тебя собирал. Я успел соскучиться. Mm-hmm. Не пизди. Я кому повторный осмотр назначил? Мог бы хоть позвонить, тупорылый ты говнюк. Он мне как сын. Я уж вижу. А где Альт? Какая Альт? Она была со мной. Он привез только тебя. Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Это был ты в Уотсоне. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов. А то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. А, в пизду. Все равно не послушаешь. Что ты видел? То же, что и ты. Они приехали за ней. А ты просто был рядом. А ты стоял и задумчиво дрочил из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Это, наверное, Ода из Арасаки был. Так, чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет, материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли, черт знает куда. Ты будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Думаю, Альт — случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Ну и таких дохера. Арасаку может интересовать только то, что ее ебет Джонни Сильверхенд. Она работала на ITS. Делала для них очень хороший черный лед. Такой, что не расколешь во всех смыслах. Арасака охотилась на нее. Обычная межкорпоративная разборка. Окей. И чего они хотят?
Слово «душегуб» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Арасака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь? Кто только верит в такую херню. Пошли. Окей. Что ты думаешь? Я весь внимание. История стара как мир. Арасака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Ну а ты чё? Пойдешь со мной? Куда? В Арасака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоем? Тебя так сильно об асфальт приложили? Ага. Пойдем. Сможешь посмотреть из-за угла. Все, как ты любишь. Я буду в машине. Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо? Спросить бестию, найти бестию. Пиздец. А, ну да. Где бестия? Наверху. Сядь. Не рыпайся. Сильверхэнд! У меня тут счет с твоим автографом! Сегодня тебе повезло. Большое спасибо. Выпьешь? Давай, как обычно. О, смотри-ка, вспомнил обо мне? Давай бахнем. Оба. Ты видел бестию? Она наверху. А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. А, вот, блядь, вот. Ёбаный в рот. Джонни, можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Ладно. Нет. Нет. Она уже не работает на Протеру. Ты чё, блядь? Ага, это ты. Не-не, забирай. А то хер знает, что ты там в рот брал. Без обид. Вообще охуел. Ты, блядь, что ты без телефона звонишь, нахуй? Полный матер. Джонни. Ну, она где-то здесь, в випке сидит наверняка. А. Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча. Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Ненавижу. Чисто как в поликлинике. Джонни. Бестия. Не думал, что мы пересечемся. Мы ждем клиента, который не хочет светиться. Ты же не злишься на меня? За что, Джонни? За то, что ты мне напиздел и подставил моих людей? Или за то, что ты ебал еще трех баб за моей спиной, пока мы встречались? У меня заказ. Срочный. Но я хорошо заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый раз он... Значит, в этот раз. Будь умнее и возьми деньги вперед. Ну так, сколько, Рокер? Я плачу по двойной ставке. По тройной. И сам идешь с нами. Если она тебе не доверяет, то и я тоже. По рукам. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни!
Ты что, не видел, что тебя послали? Я себе. Мистер Сильверхенд, пойдешь с нами? Да без проблем. Сейчас допью. Этот чёрт. Ты все так же популярен. Несем большие потери! Вертолет? Серьезно? Кого ты на этот раз выбесил, Джонни? В атаку! Ебать, ты что нахуй? Ты, блядь. Блять, так ты попадешь. Хотя иногда попадает вообще четко. Экшен, экшен. Давай, влип. Вот это я одобряю. Сукины дети. Бля, пушка у него охуенная просто, мне нравится вообще, бомба. Быстро в лифт! Кто не спрятался, тому поздняк. Ну давай, ебан. Сколько тебе еще ждать? Я тут немного занят. Снизу их будет еще больше, поверь мне. Что-то какая-то просадка по FPS бесячая, пиздец. 50 FPS, что-то нормально будет? Мы парканулись снаружи, ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист, ты не знаешь. Нельзя его упустить! Слышите меня? Завали его! Слушай, это было круто! Позиция опустела, займите! Черт! Охуенно, что она через стены шьет. Блять, не попал. Охуенно. Просто вылетело нахуй. Скорей! Валим отсюда. Валим, 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 на еле. Просто крашнула игру, блядь, мир башкой. Так, за нами хвост. Понятно, сейчас будем стреляться. Арасака! Куда эти пушки мне достать? Если попаду по машине, нам пизда! Пэм, 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 пэм. А чё он в голову не убивается, это вообще норм? Ну пиздец. Ебать, а чё его, блядь, как убить водила-то нахуй? Это было неплохо. То есть я челу, блядь, в голову раз пять попал. И вообще до пизды. Машина с пяти пуль взорвалась просто. Классно. Что дальше? Их надо скинуть. Справа переулок, сверни. Вы на мотоциклах, блядь. Давай быстрее уже. Едете как, блядь, на шахе какой-то разъебанной. Ну вот, кажется, и все. Брошим где-нибудь машину и поболтаем. Просто жадно, жалко будет бросать. Так кого нам надо вытащить из Арасаки? Нетранершу из ITS. Альт Каннинген. О, понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать?
У вас есть какой-то план? Да, отвлечем их. Немного пошумим. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. Да. Количество человек, пострадавших во время беспорядков, по-прежнему остается неизвестным. Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр, сходятся в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Ты что, снимаешь все это? Да. А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь. Только не мешайся. Нихуя у него тут шлейф, блядь. Как на старых компьютерах. Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет. А что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, у нас мало времени. Понял. А, ну сейчас будем файтиться. Надо его найти. Слушай внимательно. Окружай его! Двоих ебать одним выстрелом, видали? Есть еще кто? Никого? Нет? Ебать. Блять, дверь закрыта. Что теперь? Секунду, я что-нибудь придумаю. Прикрой меня! Ну ладно. Внимание. Вижу четверых. Идут сюда. Приготовься. Поберегись! Есть только один путь. О, щит. 5 секунд и заходим. Готовы? Ебать, она в башню кому-то прописала. Хороший был бой. Мой хуй с твоей губой. У меня тут ситуация! Глупо так подставляться! Хорошо, мы победили. Неудивительно. Let's go дальше, чем он, блядь? Вступаю в бой! Давай. Вступай. Ебать. Рука отлетела просто. Вижу миниган. Есть еще кто? Сдавайся! Это и видишь. Пора заработать. Я понял, у них урона нет, нихуя, короче. На этой двери столько брони, что без танка не пробьешь. Есть идеи? Есть. Наверное. А нельзя пулемет снять этот? Дай-ка я. А, нихуя. Ах ты, сука! Бомба, на. Давай. На-ка. О, теперь понимаю, почему мы его взяли. 3, 2, 1. Погнали. Иди. Отойди оттуда. Ой, тут какой-то файт как будто жесткий будет сейчас. Он в корпорации. Воу. Акира какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас обманный. У тебя сейчас есть польза. Пиздец. Вот так! Отлично! Где кто? Откуда я не вижу, сука? Сдохни! Мы опоздали. Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал, Сальт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям. Ебать. Альт. Говорили же, нельзя так отключать нет, быстро. Нет, только не это. Она... Сука! Джонни,
Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Это все, что мы можем. Не изменишь. Она не... Ну так-то железной рукой расхуярил ему всю морду. Прекрати уже! Убить его хочешь? Нам надо идти. Джонни! Она умерла. Блин, жалко так-то ее. Ну, говори, а то лопнешь. Ты был эталонный мудак. Расскажи, что потом стало с Томпсоном? Не знаю. Мы с ним больше не работали. Может, потому что ты его разъебал, чтобы злость сорвать? Ты не понимаешь, он же падальщик. Хера с два бы он помог Альт. Ему была нужна история. Он же охуел от радости, когда увидел, что Арасака ее обнулила. Да этот уебок сам бы, блядь, ее убил, лишь бы снять материал получше. Ты мне даже половины про Альт не говорил. Правда? Например, о чем? Не знаю. Что вы были вместе, что она создала душегуб, что она умерла. Как она нам поможет теперь? С того света? Она не умерла. Ей удалось сбежать. Я видел тело. Альт перешла в сеть. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. Ну и? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделают. И вообще попросила больше ее не искать. И что ты сделал? Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Что за черный заслон? Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто чтобы найти Альт и поговорить с ней. Па-бам! Минуту. Так что, у нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Блин, туда, если вот в будущем будут такие технологии, то что просто даже, блядь, в голове вообще не укладывается. Ну, как это все можно реализовать? За черный заслон. Типа вот черный заслон. Многие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. А ну да, пройти нельзя. Она будет первой. То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу... Это дикие искины пытаются найти проход. Я выполнил свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь энграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты один перенесешь код на ту сторону. А, ну конечно, блядь. Блядь. Как я не догадался. Похоже, ты изначально не собиралась мне помогать, да? Теперь это не имеет значения. Ты доведешь дело до конца. Видимо, сука, выбор везде меня небольшой. Кинули, блядь, твари. Але. Как мне перейти на ту сторону? Брижит? Я уже на той стороне. А, типа я и туда могу входить? Альт! Ой, ебать.
происходит? Она убрала их. Здесь мы поговорим. Спокойно, я сам с ней поговорю. Джонни. Ты прошла за черный заслон, только чтобы меня увидеть. Значит, все нормально? Ты не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви — это Альт, лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт — это Ви. Ты должна спасти ему жизнь. Что Брижит хотела от тебя в обмен на конструкт Джонни? Чтобы я обеспечила ей и ее клану безопасность за черным заслоном. Почему они вообще решили туда сунуться? Сеть контролирует корпорации. Сейчас она почти так же нестабильна, как до создания черного заслона. Вудуисты хотели этим воспользоваться и выступить на нашей стороне, когда начнется война. Вашей, в смысле, свободных эскинов? Это вообще возможно? К этому нужно хорошо подготовиться. Что ты сделала с Брижит? Она еще жива? Да, но в данный момент она нам не нужна. Чего ты хочешь? Что я должен сделать, чтобы ты спасла мне жизнь? Пропагандисты дозора делают успехи. Ты воспринимаешь меня как дьявола, с которым нужно подписать договор? Понятия не имею, кто ты сейчас. Знаю только, кем ты была раньше. Может быть, Джонни для тебя и был важен, но меня-то ты первый раз видишь. Потому и спрашиваю, какие условия. Ну, правильно. Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. Интересно. А Брижит говорила, что может меня спасти. Вудуисты тебя обманули. И почему же я не удивлен? Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна? Лучший в истории нетранер Найт-Сити не может сам пробраться в Микоши? Меня там слишком хорошо знают. Они поставили слой черного льда, на котором буквально написано мое имя. Прямо как арестантская роба, сшитая по заказу. Я сделаю все, чтобы не оказаться там снова. Так ты знаешь, как можно мне помочь? До сих пор все говорили, что мне уже ничего не поможет. Все это Андерс Хельман, который работает с Жополизом у Сабуру. В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Погоди. То есть, чтобы меня спасти, надо сначала меня убить? Твое сознание, нейронные энграммы, будет записано в виде данных. Остальное перестанет существовать. Остальное? Душа. Те, кто назвал мою программу душегубом, точно отразили суть того, как она действует. Сука, я даже слушать не хочу эту лабуду. Ви просто вернется в свое тело, правильно? Ничего не изменится. Все изменится. Ты это хорошо понимаешь. Ладно, я нихуя не понимаю, если честно. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши. А я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес Борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. А что в итоге с вудуистами? Они позволят вам уйти невредимыми. Это часть нашей сделки. Ебать, мне кажется, после такого мозги вообще будут переваренные просто. Представьте, это по сути другое как измерение, что ли, блять. Ну, это вот даже. Ты вот все-таки смог выжить. Понять. И без твоего участия.
Я не советую принимать это на свой счет. Нам нужен был только конструкт Сильверхенда. Тебе не повезло, ты впутался по воле случая. Поэтому вы решили меня кинуть? Так у вас дела делаются. Может, мне стоит предупредить Альт? Ты еще смеешь меня поучать? Я вас сейчас разъебу тут всех нахуй. Одним скриптом отлетите, блядь. Нет, я слишком дорожу своим временем. Слава богу, сделка закрыта, и мне больше не придется с вами работать. Тогда убирайся. Ты пошел ты нахуй, ты, блядь. Черножопая, блядь, хуила. Че у вас тут спиздить можно? Серия разрыва опасна, блядь. Перегрузка нахуй. Тарасы. Первачок новый купите, блядь. Пидорги. Сваливаем отсюда побыстрее желательно. А ты еще хуй стоишь тут, блядь. Ты, наверное, очень разочарован. Чем еще? Ну, тем, что не можешь просто меня убить. Это не в моей власти. Тебе сказали, чего Брижит хочет от Альта? Или это снова информация не твоего уровня? Как было с биочипом? Ты хочешь меня спровоцировать? Думаешь, это умно? Ну и как? У меня получается? А мне вот понравилось, что он такой, типа, немногословный. Оказалось, он гнида, как и они все, в принципе. Что-то пиздец хуёво, Ви. Прям на жесткой измене. Это биочип? Ну не третий же месяц беременности. Очень смешно. Шутки шутками, но выглядишь ты хреново. Сука! У тебя сердце барахлит. Посиди, отдохни. А то обнулишься, а нам еще дела делать. Бла-бла-бла. Ебать Арасаку. Бла-бла, блядь. Взрывать Микоши. Ты че, правда превращаешься в меня? Не исключено. Собачимся, как два старых пердуна в парке. Пора бы немного остыть и начать доверять друг другу. Знаешь, иногда ты бываешь просто очарователен. Харизма так и бьет. А потом я вспоминаю, что ты взорвал ядерную бомбу в центре города. И ни на секунду не пожалел об этом. Мне нужно было только уничтожить Микоши. Поэтому я оставил Арасаке время на эвакуацию. Ты знал, что будут тысячи жертв. Не обманывай себя. Ты и сам убиваешь. Значит, дело только в количестве. Ха, ты прав. Мы оба друг друга стоим. Даже не сравнивай нас. О том, что я сделал в Арасака Тауэр, я не жалею. Другие, может, в это и поверят, но, по-моему, ты пиздишь. Тебе откуда знать? Я уже не понимаю, что делаю. Раньше я хотел стать легендой Найт-Сити, а теперь хочу просто выжить. Только перед лицом смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Ты еще вполне успеешь кем-то стать. Да, может быть. А как это было, когда ты умирал? Я чувствовал себя королем. Даже не думал о поражении. Не верил до самого конца. Только сейчас начинаю понимать, что умер. Сейчас? У тебя было полвека, чтобы это понять. Микоша как будто усыпляет, понимаешь? Я не ощущал, что время уходит. Просто не замечал этого. Со мной делали, что хотели. Я помню только холод, темноту и страх. Или это была
твоя смерть. Да, теперь ясно, почему ты ненавидишь Микоши. Ее не должно быть. То, что там творится, причиняет миру больше горя и вреда, чем все войны корпораций. Знаешь почему? Потому что ты в тюрьме навсегда. Навечно. Да ничто не вечно. И вообще, для конструктов Микоши время не движется. Хуже всего, что они могут изменить твою личность, а ты даже не будешь знать, что стал кем-то другим. Корпорации уже забрали у нас весь мир, а теперь тянут лапы и к нам. Ты понимаешь, что ты делаешь со мной то же самое, что Арасака в Микоши? Да, понимаю. Поэтому я хочу тебе помочь. Ладно, погнали. Идем. Душевные разговоры должны быть душевными. Идем. Так, это кто? Ага, Редант Пхати. А вот и вудуисты. А вудуисты не заслужили себе хорошего отношения. Твари. О, там какой-то фиолетовый киберпсихоз. Нихуя себе. Ну, в общем, как-то так, друзья. Очень длинная серия получилась. Прям крайне-крайне длинная. Почти 2 часа, блядь. Вот, и к тому же у меня произошел обрыв. Очень жесткий. Придется сейчас склеивать 2 ролика в одно. Очень-очень плохо. В общем, вот как-то так, друзья. Все как обычно. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. Увидимся уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Пока.